Пополнение в плейлист Озон. Как бы был один продукт, но я его сейчас отдельно обозрела. Я решила, что надо просто пополнить плейлист Озон. Пакетики Озоном сегодня забрала. Вчера заказала, сегодня долетела. В коробочке опять же Озона. Ох, бумажки, у меня этих бумажек периодически бывает, периодически я куда-нибудь надеваю. Все, собираюсь их расправить и пошуршать ими, но все руки не доходят. Я что-то как бы поняла, что есть какие-то продукты, которые выгоднее покупать на Вайберис или на Озон, чем, допустим, ехать на другую часть города и, возможно, как бы там купить, но там, допустим, чуть-чуть дороже, чем на Озон. Хотя те же 22 рубля, если на маршрутке туда, и 22 рубля обратно. 245 рублей за килограмм арахис сырой. Год урожая 2020. Не содержит ГМО. 1000 грамм. Дата изготовления и упакования 1.21 годен до 1.22. Ну, в смысле, для января следующего года. Фрутлайн. ООО. Москва. Хранить при температуре от 5 до 20. Ну, на фотке он выглядел, конечно, очень такой розовый, совершенно другого сорта. А на деле он выглядит вот так. Ну, какая разница, в принципе. Берете вот арахис сколько-нибудь там, ну... грамм 100, допустим. Ну, грамм 200, ладно. Грамм 200 арахиса берете на сковородку сушеную, сухую сковородку, фигачите. Лучше с толстым дном каким-нибудь. Ну, или просто какую-нибудь сковородку. Фигачите этот арахис. Ставите сковородку с арахисом на газ. И помешивая, так его слегка обжариваете. А потом арахис слегка подостынет, потому что горячий арахис шелушить как-то, ну, можно обжариться. Короче, больно будет пальчиком, кожа на пальчиках. Берете этот обжаренный арахис, шелушите от этой шелухи, фигачите потом в кофемолку Китфорд, в чашечку с четырьмя ножами специально для орехов и специй этот арахис. Быстренько так его вжик взбиваете, потом перекладываете в какую-нибудь мисочку, туда же кидаете примерно 1:1 или 1:2 сахар виноградный. Почему виноградный? Он выглядит как сахарная пудра и лучше растворяется. Если положить кокосовый сахар, то будет не совсем то, и ваш организм не очень это воспримет. Оно как бы вкусно, сладко, все такое, но не совсем то. Если у вас какие-нибудь проблемы с пищеварением, то лучше не надо. Я уже поэкспериментировала так. С виноградным сахаром или с сахаром, который из свёклы, вот этот сахар-песок, если из него делать сахарную пудру, и в отсутствие, допустим, виноградного сахара, то оно хорошо, вкусно, но с виноградным сахаром оно вкуснее. Можно попробовать, наверное, с фруктозой, если у вас есть фруктоза. Но у меня фруктозы нет, хотя виноградный сахар в каком-то плане тоже фруктоза, брызка по консистенции, как бы фруктовый тоже сахар, да. Смешиваете это виноградный сахар с этим молотым орехом. Потом погружным блендером мощностью минимум 1000, максимум 1300 вполне за глаза и уши хватит. Погружным блендером можете Рэндбокс взять. Фигакс, Рэндбокс или как там. Он, короче, погружным блендером. Фигакс. И у вас будет самая простая элементарная арахисовая паста сладенькая. Солью пока не делала, делала только с сахаром. И вот после кофемолки Китфорд прикладывать особые сильные усилия для погружного блендера и вот этой пасты практически не надо. Ну, вот именно для этого счастья я и купила этот килограмм арахиса, чтобы он у меня был, периодически делался пасту, потому что сам арахис по себе я, ну, крайне редко ем. Мне больше нравится он в виде пасты. Еще раз напомню, 245 рублей он. Ну, как-то я его видела дешевле, но тогда мне как бы не особо надо было арахис. Но вот на Озоне выгодно купить. А дальше штука такая, как бы я хотела такую... похожую, ну, вообще, такую именно штуку. Но как бы все что-то в прошлом году купила себе немножко другую такую универсальную, 2 в 1. А потом что-то как-то изобило, но с другой стороны, вот придет ко мне человека 2 гостей, и будут они вместе со мной пить чай. А штука маленькая.
Ну, даже если там 2-3 чая, кто-то мате захочет попить, да, вот, а штука маленькая. Или я вот сижу, работаю, мне так наливаешь, наливаешь, наливаешь чай. А штука маленькая, приходится заливать. А тут раз, и вполне себе не то чтобы огромная, большая, но чайник на 750 миллилитров. Зритель, когда ты сейчас это увидишь, если ты хоть чуть-чуточку, как я, то ты захочешь его себе купить. 239 рублей чайник, вообще. Вот в такой коробочке. Чайник «Яблочная змея». Я в сети еще видела такие кружечки, еще что-то там, сахарнички, но на Озоне только вот такой чайник. Winter Wings. Короче, зимние крылья, и жар-птица такая нарисована. Но у этой фирмы представлена по большей части на Озоне всякая требуха на Новый год. Или на какие-нибудь праздники. Так. Крышечка. Облачко. Вот предыдущий ролик, где была красная пластиковая досочка с такой фигнюшкой, чтобы туда все стекало. Красный не так передавался, а тут именно так, как он есть. Крышечка. Тут еще такая фигнюшка. У меня вот не было ни одного чайника с крышечкой, у которой вот так вот эта фигнюшка вот так шик, и будет стоять. Очередная коёбочка. Пупырчатая пупырка. Мы ее туда уберем как-нибудь по пупырю. Он вблизи-то в реале-то вообще еще круче, чем в компе. Ну, в смысле, с компа смотришь. Там какой-то отзыв такой был на 3 звезды, типа, вот, выглядит как детская игрушка. И ее, ну, и заминусила, короче, этот самый чайничек. А он такой чудесный. Так. Чайник «Яблочная змея». 23 на 15 сантиметров. Предназначен для пищевых продуктов. Керамика. Но, блин, у чайника трещинка. Хотя смотрела на этом самом, на Озоне на базе, я эту трещинку не разглядела. У меня уже был один возврат на Озон. Вот не знаю, второй будет или нет. Короче, я проверю, держит ли он воду. Если он не держит, то по ходу дела придется делать возврат. Печально. Но вот зритель, вот именно такой чайник, он мне очень понравился. И вот такая с ним оказия. Ну да ладно, буду фоткать и попытаться писать в чатик этого самого Озона. Можно ли его вернуть? Или же нельзя? Вот он у меня тогда как цветочный горшок. Вот такой печальный к концу обзор, зритель, блин. Облом. А мне так этот чайник понравился. Пока, зритель. Желаю тебе удачных чайников. Не забудь поставить палец кверху.